Помимо этого, в столице прошел фестиваль духовых оркестров «Астана Самалы». В этом году он стал уже седьмым. Праздничную атмосферу создавали 6 оркестров из Казахстана, России и Италии. Музыканты порадовали зрителей плац-концертом на площади и бенд-марафоном у монумента Байтерек. Заключительный парад-концерт прошел сегодня по проспекту Республики от здания Министерства обороны до дворца Жастар. Мы представляем небольшой итальянский город Кори, где развита традиция жонглирования флагами. В своем выступлении мы еще использовали барабаны и трубы. Астана чудесный город, но, к сожалению, у нас было мало времени, чтобы его посмотреть.